Хорошо, потом поговорим сейчас. Так. Я прошу прощения, связь у нас вот такая, какая есть. Вот сейчас вроде связь наладилась. Маша, привет, приветик. Что делать, репост или что? Да, делайте репост или публикуйте свою информацию, что с требованиями, с хэштегами не продавать вологодское сливочное масло, завод, хватит нас травить. Ну, почитайте, и вы все поймете. Вообще все черное. Нет, у меня, знаете, белая маечка. Не все черное. Вот, писала петицию из Казахстана. Спасибо большое вам. А, прическа. Да нет, обычная прическа. Слушайте, у меня времени нету ни на прическу, ни на что. Была хоть раз в Екатеринбурге, была и не один раз. Из Питера, Латвия. А Машуня, отдыхайте больше. Спасибо. Постараюсь. Сейчас отстоим завод и буду и чуть-чуть отдохну. Но сейчас надо поработать. Так, Харьков. Сделай как-нибудь трансляцию дома. Хорошо. Так, опубликовала вашу запись. Спасибо огромное. Вот лично от Ликн 2001 не успела. Так, как Мария, вы невероятно долго ездите. Да, к сожалению, я сейчас живу за городом. Снимаем дом, чтобы детки дышали нормальным воздухом. Потому что в Москве жить просто невозможно уже. Я тоже мама двоих деток. Поздравляю. Так, передавайте привет Гуле и Брянску. Брянск, привет. Знаю вашего губернатора Богомазова. Как вы им довольны? Нет, расскажите. Как можно помочь? Сделать репост, распространить информацию, написать, что вы против того, чтобы продавали завод. Оставьте вологодское сливочное масло, вологодский завод в покое. И хватит нас травить, потому что еще раз объясняю, что, скорее всего, под видом, под брендом, который известен нам весь мир, вологодского сливочного масла, скорее всего, будут делать маргарин. А почему его будут делать и почему это выгодно? Это сердечные заболевания и диабет. Ну вот считают, что в Америке как бы о людях надо заботиться, а о нас не надо заботиться. Вот как-то так, к сожалению, получается. Поэтому давайте отстаивать наше с вами здоровье, здоровье наших детей, здоровье целой нации. Не побоюсь такими громкими словами говорить, потому что это действительно так. Завод уникален. Информация проверенная, да. Он уже выставлен на торги. Потому что сегодня разговаривал с директором завода, и очень много мне документов прислали. Завод не убыточен, как писали некоторые СМИ. Завод в прибыли, идет по плану развития. Очень много вложили, чтобы его технологически оборудовать современно. Очень занижена цена на аукционе данного завода. Но там есть нарушения по аукциону, по торгам, поэтому зачем тогда его продают? Зачем его продают? Потому что кому-то очень хочется купить данный завод. Хороший завод с таким брендом. И кто-то хочет там делать совершенно другое, что-то, чтобы было ему лично выгодно. И не важно, что это невыгодно всем остальным. Главное, кому-то эти деньги будут идти в карман. Так, нигде не снимаетесь пока? Нет, не снимаюсь, очень много работы. Зачем завод продавать? Они решили нас травить все на пальмовом самое. Да, безусловно, вот так вот. Так, а покупатели есть ли? Конечно, и покупатели есть. Не могу говорить пока данную информацию, хотя она у меня есть. Пока она немножко, скажем так, подпольная, мне надо ее проверить. Даже знаю, кто хочет купить. Вот, могу сказать, что если это то, как мне передали, то это все очень нехорошо закончится для нас с вами. Так, можете отдать вещи ребенку? Я бы с удовольствием, просто свои я сейчас уже вещи, которые мальчишки мои носили, я уже отдала. А следующие тоже обязательно отдам, как только вырастем. Поэтому я считаю, что чем больше вещи будут дольше служить другим людям, я только за. Поэтому как только соберу, я обязательно об этом публикую и передам в хорошие руки, скажем так, хорошему малышу. А так, номер был блистательным. Спасибо, это зашел без страховки. Мария, вы поддержите общение с Ларисой Барановой? Нет, к сожалению. Маша, как ваша шея? Нет, не болит, все хорошо. Привет из Украины. Их задача нас уничтожить, но русских не одолеть, и всех братьев славян.
Полностью с вами согласна. Слава богу, что на Украине есть очень разумные и умные люди. И я уверена, что это победит ту ситуацию, которая сейчас происходит. Мы всегда останемся братьями. Это уже, знаете, написано историей, и это невозможно никаким политикам изменить. Вот, Машенька, как вам омский губернатор? Знаете, ну, чтобы какие-то давать оценки, это надо простудировать много информации. Поэтому я, наверное, сейчас, честно сказать, не берусь за какие-то оценки. Так, расскажите. Так, Маша, ваши детишки прекрасны, замечательная мама, женщина. Спасибо большое. Какое масло вы сами любите? В смысле, какое масло? Ну, я стараюсь не есть пальмовое масло, потому что у нас, еще раз напомню, оно не пищевое, а техническое, хотя во всем мире оно пищевое. А у нас, к сожалению, опять же, технический регламент позволяет нам сплавлять то, что... чем даже в Европе не смазывают рельсы, идет к нам в еду, к сожалению. У нас вообще все очень нехорошо в этом плане, поэтому будем стараться, будем менять с помощью вас. Так, ужас, я с вами полностью согласна. Так как добьюсь положительный результат в борьбе с пальмовым маслом? Уверена, что добьюсь. На март поставлен, скорее всего, в марте мы будем рассматривать мои законопроекты. Поэтому надеюсь, что депутаты проголосуют. Ко мне подключились очень именитые тоже депутаты. Там и Валентина Владимировна Терешкова, и Иосиф Давыдович Кобзон. Очень многие депутаты меня поддерживают. Это я сейчас вам говорю тех, которые называю вам, тех, которых вы знаете хорошо, но еще много других. И из других партий, что очень приятно, что мы будем делать общее дело, потому что здоровье наше — это общее с нами дело. Тут не до каких-то политических дебатов, не до предвыборных каких-то агитаций, а именно наше с вами здоровье. Так, Маша, вы великолепно выступили, у меня просто слезы на глазах были. Берегите себя. Спасибо, Елизавета. Для меня это очень высокая оценка. Как вы думаете, вологодское масло уникально? Да, я с вами безусловно согласна. Так, Машенька, Русское, такое есть молоко, вот на нем варю кашки. Вот, и делаю йогурты сама, творог сама. Думайте о своем здоровье, о здоровье ваших деток. Приветствую из Тюмени, Тюмень.